Мы приветствуем куратора Константина в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Рад приветствовать. Я здесь для того, чтобы дать напутствие шестому потоку школы Арго. Приветствую всех и каждого. Рад, что вы смогли преодолеть препятствия и неудобства и дойти до этих великолепных знаний. Пусть этот путь будет светлым для вас. В добрый путь. Благодарим вас, куратор Константин. Как учителя этой школы, мы к вам присоединяемся к этим поздравлениям. Со своей стороны, мы сделаем все для наших учеников, чтобы их поднять, дать им новые знания и поднять на новый уровень. Я лишь хочу добавить, что вы сделали первый шаг и открыли дверь в новую жизнь. Добро пожаловать! Я добавлю, как важна чистота намерений и сила воли. Радуюсь, и энергии соответственно наполняют пространство любовью и радостью. Да будет так. А так и есть. Как я уже сказал, в добрый путь. Не смею задерживать. Благодарим вас, куратор Константин. Мы обязательно передадим ваши пожелания шестому потоку. И пусть они знают, что куратор Константин всегда их слышит и видит, и всегда может им при случае необходимости помочь советом. Я позже объясню, как это происходит. Пока хорошо. Лишь хочу начало занять. Благодарим вас. Передадим. Всего вам наилучшего. Рассинхронизируйся, Верочка. Он еще добавил там, что он будет наблюдать за потенциалом каждого, кто попал на шестой поток. Не сказал даже, показал больше. Хорошо. Поэтому не озвучила. Ничего, мы это сейчас озвучим. Мы закончили? Да.